Сделать кого-то счастливым в Новый год можно и с помощью корзины добра. Там передают подарки для дальнейших адресных поздравлений детям и семьям военнослужащих. Виктория Гашева решила передать сладкие подарки, ведь в ее семье двое детей, и она знает, как дети ждут праздника в новогоднее время. Виктория работает в фонде развития промышленности. Она и ее сотрудники уже перечислили деньги в фонд «Живой город», который занимается помощью нуждающимся. Потому было вполне логично и поучаствовать в том числе в акции «Корзина добра». Я выбрала для себя сладкие подарки, которые я подарю непосредственно детям, чьи родители сейчас проходят военную службу. Хотела бы обратиться к жителям нашей республики, также поучаствовать в акции. Передать новогодние подарки могут все желающие до 8 января. В Сигме на Древлянке у центрального входа установлена корзина добра. Вещи и сладости можно безвозмездно отдать в корзину для передачи детям и семьям военнослужащих.